Солнце. Сколько Дед Мороз придет, а серьезно звонко и подарки принесет каждому ребенку. Раз, два, три. Меня зовут Яд. Я участвую в конкурсе, в котором нужно построить новогоднюю поделку. Я построил вот такого роботизированного Деда Мороза. Он еще разговаривает. У него есть две пары мощных гусениц, отсек для хранения подарков, которые он несет. Потом у него есть подарок, который он в руках несет. У него есть вот такая шляпка, которая укреплена на такие вот балки. Вот и все.